Их топот переполошил весь поселок. По улицам Хатанги промчалось огромное стадо оленей. Автор этого видео был поражен происходящим, но успел снять грациозных животных на мобильный телефон. Олени появились в окрестностях поселка неожиданно, сделав почетный круг вдоль домов и гаражей. Судя по кадрам, в стаде несколько десятков оленей местные жители рогатых гостей видят в поселке впервые. Между тем, эксперты говорят, в этом нет ничего удивительного. Путь миграции оленей пролегает как раз через Хатангу. Видимо, поэтому они туда и забежали.